Привет, друзья! Компания GoPro представила сразу три экшн-камеры – Hero 11 Black, Hero 11 Black Creator Edition и Hero 11 Black Mini. Я не мог пройти мимо этой новости, поэтому быстро и без воды расскажу про эти новинки. Подписывайтесь на канал. Поехали! Данный голос за кадром я записываю на новый микрофон FiFine, про который делал обзор. Оцените качество записи и посмотрите этот ролик, если интересно. А теперь про камеры. Все три оснащены новыми сенсорами. Теперь это 1,9-дюймовая матрица разрешением 27 мегапикселей. Снимать можно в 5,3К при 60 FPS, как и в Hero 10, а также в 4К при 120 FPS. Есть и замедленная съемка 2,7К при 240 FPS. Есть режим HyperView, в котором съемка производится при соотношении 16:9, но с широким углом обзора. А съемку в 5:3К, 8:7 компания называет самым большим вертикальным углом обзора в GoPro. В новинках заявлена влагозащита до 10 метров и устойчивый к холоду аккумулятор. Время записи при обычной температуре увеличено на 38%. Начинка устройства не изменилась, это тот же процессор GP2. Внешняя экшн-камера также не отличается от предшественника, это все те же два экрана и те же элементы управления. Новыми для моделей стали софтверные фишки, например, обновленная система стабилизации HyperSmooth 5. Она автоматически применяется, если в видео присутствует сильная тряска, и работает идеально. Также есть функция блокировки горизонта. Даже при наклоне камеры горизонт останется идеально ровным. Совершенной новинкой же стала GoPro Hero 11 Mini. Технически она идентична классической Hero 11, но не имеет второго экрана, а основной показывает только информацию о разрешении и состоянии камеры. Габариты меньше классической экшн-камеры. Фото и видео автоматически перемещаются на смартфон, откуда уже можно посмотреть отснятый материал. Аккумулятор у мини-версии несъемный, емкость 1500 мАч. И самая навороченная версия Hero 11 Creator Edition – это расширенный комплект поставки обычной Hero 11. В него входят рукоятка, световой модуль и медиа-модуль со встроенным микрофоном. А теперь про цены. Стандартная GoPro Hero 11 обойдется в 30 000 рублей, если, конечно, покупать не у нас. Hero 11 Mini стоит на $100 меньше, 23 900 рублей, а 11 Creator Edition 41 800 рублей. Напишите в комментариях, как относитесь к GoPro, нужна ли она, когда есть iPhone, и стоит ли тратить на новинку 30-ку. Пользуйтесь ли экшн-камерами и какими? Напишите, обсудим в комментариях. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены на технику с AliExpress и не только. Впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.